Приветствую всех, на связи Усть-Каменогорск. Сегодня у нас будет путешествие на Кашете. Вон они, дома вот там. А то все просят люди снять Кашете. Все, лазим вот по этой стороне, там вот, всякие места на этом районе. А на Кашете, говорит, не ходишь. Поэтому давайте, ребят, двинем туда и посмотрим, что там у нас есть. Спустился с моста, наконец дорогу на нем доделали вроде, а вот тротуары еще перекопаны. Вот, пришлось мне пешочком пройти там. Здесь дорога вот ведет, где моржи купаются, и Комсомольский остров с той стороны, и с той стороны Комсомольский остров. Но там, вон, что-то все поперерыли. А нам туда, по ремонтируемому тротуару. Это так тротуар, наверное, будет. Подъезжаем к мечети, этнопарку. Не знаю, звук будет слышно, нет, шумит все. Ужас какой-то из-за ремонта. Тут у нас что, тоже какая-то кафешка. Господин полицейский стоит. Мне поди, можно здесь? Ну вот мечеть. Там этнопарк. Переходик надземный. А без надземных уже нельзя. Уже перегрузка настолько. Так, а вот здесь можно мечеть снять получше. Там этнопарк. Не знаю, работает, нет сейчас. Без понятия. Ну что, иду пешочком. Вот такая вот дорожка здесь, блин. Не знаю, лучше ли было, может быть, с той стороны проехать. Но фиг знает. Почему-то выбрал эту сторону, с набережной удобнее заехать. Дирты-сити. Жилой комплекс. Не знаю, какого качества здесь, но там на Кашете разваливаются дома. Мечеть. Здесь дырка какая-то. Преодолели, блин, перекресток этот. Миновное, левый берег туда. Туда Миновное, ага. Туда на Кашете. Вот заправка. Снимал я его как-то уже. Ну, мы по нему проедем. Он пустой, тут никого нет вообще. Я не знаю. Его построили, а нет никого. Может, вечером, конечно, я ошибаюсь. Там он эти дома строят. Всякие ипотечные, стеклянные. Вот. А людей-то нет здесь практически вообще. Казалось бы, сейчас парк, должны гулять. Не знаю, с чем это связано. Может быть, солнце здесь жарко. Не знаю. Так, проедем мельком. Мурлыжол. Фонтанчик не работает. Чего-то. Людей не вижу. Может быть, из-за пандемии, конечно. Все тихо. Как в танке. А вон он. О, Сулпак. Нет, фреш-маркет написано. Что-то я помню, он уже закрыт был. Что-то там. Дележка, видимо, открыта. Не знаю, может, уже открылся. Так. Едем дальше. О. Школа Нурсултана Назарбаева. Ну, я так понимаю, имени. Не прямо его, наверное. Это новость опять. Столицу переименовывать собрались. Нормально. Вот. Такая школа. Там у нас бассейн.
Здесь подъезжаем мы опять к пешеходному переходу. Мне нравятся эти переходы. Я помню, когда ездил в Россию, у нас их еще не было, строили его. Как раз достраивали, я вот там смотрел, прикольно. Мне нравится. Что-то создает такого, типа город большой. Так, вот там дворец, что спорт Ольги Рыпаковой. Ну, типа чемпионка наша, с нашего города. Олимпийская чемпионка. Ну, молодец, что сказать. Как сказать, надо прославлять. Надо уделывать Запад. Ё-моё. Мне что, по лесу опять, что ли, идти? Да ну нафиг. Ё-моё. А если там снежный человек? Не, ребят, пойду-ка я, наверное, на пешеходный переход. Выпал хороший случай снять видочек. Вот, туда мечеть. С перехода с этого. Прикольно же. Виды такие. Вот. Туда. Сейчас пойдем. А потом вот по той дороге. Вверх. О как. О, какие виды, да? Не зря я подобрался сюда. Все, спустился. Там у нас бассейн. О, здесь вот спортивная площадка. Ну, это дворец, который мы с той стороны смотрели. И там вот что-то сараи. Тоже какой-то дворец спорта. Здесь хотя бы в этом лесу нет снежного человека. А вот там вот может быть. Там густой лес, туда на левый берег. Там запросто. Бигфут может. Вот. Приезжаем, там мы уже к метро подъедем. Скоро уже метро он. И Nissan там, блин, походу сдают помещение. Вот. Отсюда. Да, уже каких-то налепили, Лада там, автосалоны, наверное. Это железнодорожный мостик такой. Здесь дома, они, блин, кустами заросли. А во двор там охрана, не подъедешь. Вот. Так вот. Вот, видно. Да, эти вроде покачественнее на вид дома. Вот там на Кашите показывали, развалится. Они крышу на шурупы, семечки закрутили. Это вообще класс. Бавария, автосалон. И что тут? Ну, тут, наверное, эти, что-то Nissan продают. BMW. Дом. Вот так вот все позастроили, все эти места. О, какая машина прикольная. Интересная. Ой. Это то, что в горку хорошо. Обратно буду катиться. Круто будет. Здесь тоже автосалон. Ой, не знаю. Кто что покупает? Хрен его знает. Наше время. Здесь автомойка. Настроили много. На той стороне тоже всякие магазины, да. Покупателей столько нет, сколько магазинов. Что это? Давайте посмотрим. Строитель, торговый комплекс, вот, пожалуйста. Что еще строить? Конечно, торговый дом очередной. Вот. Одни торгаши. Люди выучатся. Некуда работать идти, кроме торговли. А вот это красное здание, это советского периода, я думаю. Может, уже 90-х его достраивали. По-моему, в 90-х нулевых. Мы практически уже на Кашите, на старом Кашите. Где еще старый район. Домик. Здесь хорошо вот так прям. Тропинка. Вон живопись на доме.
Ну, конечно, я думаю, все ждут новостройки. Ради этого я сюда и поехал. Эти-то дома все видели. О, здесь какой этот, как это, арык или что, как в Терминаторе. Помните, когда жидкий Т-1000 проезжал? Точно такие же стоки, каналы. Там птиц сколько. Здесь просто дома советские еще. На той стороне так тоже такие же дома построили. Вон Кашете. Что это такое? Банкетный зал. Так, подъезжаем к Утепово. Тут у нас стоматология, мы открылись. Написано, большая стоматология какая-то. Вот это вот Утепово. Идет в кустах. Здесь тоже домики обычные, советские. Добрался наконец я до вот этой улицы, где прямо новое все строят. Сейчас направо туда дунем. Давайте посмотрим, что там строят. Там еще застройки, там вот какие-то две вышки появились. Елочка мешает. Вон синие домики. Ну там стройка еще идет. Новый район Кашете. Там, если кто, чтобы сориентироваться, там психбольница. Вот там вот. Вон она. И вот смотрите направо так. Идем, идем. Это еще советские. Я так понял, да? Вот эти вот дома. Это старые. А там уже вот новые. Райончик. Ну, выглядит, по крайней мере, как-то посовременнее уже. Более-менее, конечно. Это все развалится через определенное время. Листы, профиль отлетит. Здесь, получается, еще старые дома были. А на той стороне вот уже ставят. Улица туда пошла. Давайте посмотрим. О, все их не объехать, конечно, блин. Замучаешься, а там вот дорога туда современным постройкам. Тут такая аллейка. Кран. Интересно посмотреть поближе. Что это за краны? Краны китайские, наверное. Маленький какой-то прикольный. Здесь у нас что? А, ну здесь на Утепово выезд направо тут. Здесь надо спрыгивать пешочком. Да, вот она туда. Как на улице, не знаю. Вот здесь не местный. Здесь сейчас пешком перейдем. Прикольная больничка. Мне вон те нравятся, синие. Синий цвет. Красиво. Интересно. Да, вот качественно бы, если бы это все было, вообще класс бы. Конечно. И доступно еще. Плюс ко всему. А так, ездить любоваться, как на памятнике. Давайте посмотрим, что это за улица. Это ведь новая улица. Казыбек Би. Вот. На трех языках. Видите? На казахском, на русском и на английском. Вот прикольное, яркое здание какое. Да, тут второй город построили. Правильно, тут пустыри были. Там-то что лепить в этом. Вот это здание все любят фотографировать, снимать его. Блин. Фото это откуда-то с город, оттуда стекляшку. Это. Сейчас я попробую как-нибудь, может быть, подальше подойти. Это со стороны.
Ну вот это вот здание, ничего так, кирпич красный. Это, я думаю, покрепче. Конечно, красота, круто. Все, но видок отсюда. Сейчас вы увидите. Смотрите, здесь так красиво все. И направляем на город. В городе мгла. Выбросы. Жестяк. Здесь более чистый воздух. Это не туман уже. Уже не совсем утро. Уже давно рассеялся. Вот так мы дышим. Вот эти домики. Это эти синие. А что если мне вот туда? По дороге и потом там вернуться. Наверное, я так и сделаю. Пришел вот оттуда я там. Перешел еще. Переход строится. Вот этот домик. Всеми любимый. Вот так вот интересно. Ну, я решил туда прогуляться, в ту часть. Смотрите, парк какой. Сейчас вот мы по нему-то и поедем. Ну, красиво. Что, круто. Вот туда. Да, там уже как бы строят еще, а вот поэтому само то, как парковая зона. Прокатимся, посмотрим. Прикольно так вечерком погулять только. О, уже эти плитки. Плитки вылетают, вот уже видите, по звуку. Да, их просто что ли на этот, на песок кладут. Наверное, они поэтому так болтаются. Так. Что тут? Дорожка. Прикольно так катишься под горку. Отдохнуть хоть. О, тут камыш интересный. Камыш. Болото ведь. Садики. Нормально. Рыбки подо мной стучат, вываливаются. О, ну, ребят, ну, блин. Что это за качество, а? Ну, это ж такие деньги. Чтоб их на цемент, что ли. А не, вон. О. Все ходуном ходят. Поеду направо. Скатаюсь. Посмотрю, что там. Раз уж приехал сюда, посмотрим. Вот такие домики. Сколько этажей? Раз, значит, пятиэтажка. Пятиэтажка кажется такой маленький. Но здесь вот еще все строится. Здесь еще новостройки. Туда уже в гору. Там у нас не Чичек. Или Чичек по другой дороге. Там уже пустыри. Стройки идут. Можно возвращаться. Вот. Такие вот дела. А вон уже штукатурка облезла. Новый дом уже. Вся штукатурка обсыпается. Ладно, возвращаемся туда, а там посмотрим. Вот оттуда я спустился, вот по этому парку ехал. И потом смотрю, а он продолжается еще на другую сторону. Ну и по идее он должен, наверное, куда-то вывести к следующей улице. Здесь тоже парк, но здесь вот плитка не стучит вроде. Может, не попалась еще какая. Там домики строят. Здесь тоже. Так, что тут за улица, куда она ведет? Наверное. Я вот помню. А, ну это туда, к новостройкам. Нам прямо. Здесь такой заборчик. О, вот эти вот прикольные. Как этот спиннер. Лавочки. Вот спускаемся. Вот там улица есть. Я помню, когда вот здесь все начинало строиться, там суд был или что, и там такая фигура стоит. Прикольная. О, красиво. Нифига тут какой забор, типа, железяки. Так-то, конечно, прикольно. Все красиво. Речи нет. Стремление к цивилизации – это похвально к развитию. Но не всем доступно. Под горочку классно.
аллея. Каменногорская аллея, да, если перевести, я так понял. Дома. Ну, а там уже, вот там, там психбольница где-то в том районе. А мы сейчас вон туда съездим, вот в этот райончик посмотрим. Ох, вот тут забор обвалится еще. Ну да, областной суд получается. Ну вот эта фигура, наверное, и была, я поперепутал. Орел, думал, там не. Вот. Домики. Ну все, такая вот экскурсия. Думаю, понравилась вам. Не забывайте ставить лайк, колокольчик и подписываться на канал. Иначе что произойдет? Правильно, вы просто пропустите новое видео. И потом вы лишитесь такого счастья. В общем, всем пока. Спасибо, кто смотрит, кто лайкает, кто с нами. Пока-пока. До новых путешествий.